показывать. Уважаемый Александр Алексеевич, пожалуйста, исполните мою внучку, зовут Рахиль, и у Геркулесова столбов. Но он нам еще первый. Про Мари так было. А, ну хорошо, так скажем. Подпирали щеку рукой, от житейских устав невзгод. Я на снимок смотрю с тоской, а на снимке 20-й год. Над местечком клубится пыль, облетает вишневый цвет. Мою маму зовут Рахиль, моей маме 12 лет. Над местечком клубится пыль, облетает вишневый цвет. Мою маму зовут Рахиль, моей маме 12 лет. Под зеленым ковром травы моя мама теперь лежит. Ей защиты не стал, увы, ненадежный Давидов щит. И кого из моих родных ненароком не назову. Кто стареет в краях иных, кто убитый лежит в рву. И кого из моих родных ненароком не назову. Кто стареет в краях иных, кто убитый лежит в рву. Завершаем урочный бег, солнце плавится за горой. 21-й тревожный век начинает свой год второй. Выгорает седой ковыль, старый город во мглу одет. Мою внучку зовут Рахиль, моей внучке 12 лет. Выгорает седой ковыль, старый город во мглу одет. Мою внучку зовут Рахиль, моя внучка 12 лет. Пусть поет ей весенний хор, пусть минует ее слеза. Их летят на меня в упор юные мамы мои глаза. Отпусти нам, Господь, грехи, и детей упаси обед. Мою внучку зовут Рахиль, моей внучке 12 лет. Отпусти нам, Господь, грехи, и детей упаси обед. Мою внучку зовут Рахиль, моей внучке 12 лет.